Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 – это Россия. Город ждет и готовится. Ряды футбольных болельщиков постепенно растут. Болеют, конечно, за Россию и за Самару. Чемпионат мира для Самары – событие поистине грандиозное. Тем более, что на нашем стадионе «Космос-арена» пройдут игры четвертьфинала и выступит национальная сборная. У меня сын футболом занимается, поэтому мы очень ждем. Воодушевлены, что у нас именно в городе будет. В нашей стране, в России. Тренируемся. Пробежки с утра по набережной. Ну как готовимся? Мой папа запасается маечками и флажками. Посмотреть вживую на такие мировые команды было бы очень круто. А во-вторых, это действительно реконструкция дорог, зданий каких-то. Поэтому это тоже очень круто. Спортивный азарт и атмосфера единения на празднике на набережной. Здесь же прямая трансляция предварительной жеребьевки к чемпионату мира из Санкт-Петербурга, где решается, с кем сразятся 150 мировых сборных в отборочных турнирах. Порядка 800 матчей пройдут до 2017 года. Выяснилось, и с какими командами в товарищеских матчах сыграет Россия, которая уже в чемпионате на правах хозяйки. Это Бельгия, Греция, Эстония, Кипр, Босния и Герцеговина. Выступление от фитнес-команд, аквагрим и возможность пообщаться с футболистами «Крыльев». Очередь за автографами, к которым выстроилась длинная. Я играю здесь в Самаре, в «Крыльях Советов», и я надеюсь, что буду смотреть этот чемпионат здесь. У нас очень дружелюбный народ, и я думаю, что приезжим гостям очень понравится наш город, наша инфраструктура, которая улучшается уже сейчас. К этапу предварительной жеребьевки приурочили фестиваль «Футбол в сердце Самары». В нем состязались по 8 команд юношей и девушек. Финал и награждение прошли на набережной. Это, скажем так, часть мероприятий, которая запланирована в рамках подготовки к чемпионату мира. И, соответственно, с каждым годом мы будем эти темпы наращивать. Чемпионат, который будет проходить в 2018 году, именно одни из туров будут проходить в Самаре. Наши жители будут к этому просто готовы, и мы проведем его на отличном, высоком, профессиональном уровне. До чемпионата еще 3 года, а футбольный бум уже охватил Самару, особенно молодое поколение. Количество футбольных турниров в городе увеличилось в 2 раза. Вдвое выросло и число молодежных футбольных команд. Причем девчонки не стоят в стороне и в настрое на победу могут посоперничать с сильным полом. Марина Кравцова, Константин Головин. События.